Да. Всем добрый вечер, уважаемые зрители. Я прошу прощения, случайно включил заглушку только что. Уже закончились ножи за выбор стороны. И сейчас буквально через одну секунду начнется матч. Матч, который первый в этой группе, первой группе С. В этой группе 4 команды: Spirit, B-Pro, EPG и CL. И буквально две команды, это B-Pro и Spirit, которые еще не сталкивались друг с другом и не играли. Скажите, как меня слышно? Может быть, сделать звук тише, может громче, может плохо Counter-Strike слышно. Поэтому давайте пожелаем удачи командам и посмотрим, будем наслаждаться игрой между российским коллективом и коллективом из Болгарии. Тут уже есть выпад под поезд на банан и забирает софтика. Остаются 4 уже в 5. Бомба находится под бананами. Это, наверное, будет выход под точку Б. Бомба сюда подходит и полностью закрылась сторона защиты. Сейчас играет 2 на коврах. Уже забирают еще одного игрока команды Spirit. Это попытался как-то агрессивно выбить оппонента защиты, но тем не менее не получилось ничего сейчас у игрока атаки, поэтому сейчас остаются в меньшинстве и будут пытаться как-то забрать этот раунд. И вот уже заходит на точку Б на одной минуте, получает в голову Дима, и сейчас уже буквально бомба падает, всего лишь один игрок против 5, будет пытаться взять раунд Колди, украинский игрок, его уже трое с бананы поджимают, но получится у него, нет, не получается, буквально 4 хп, и да, забирает его последний игрок Poison. Ну, чуть-чуть буквально был в шаге от второго убийства, но не получилось забрать трон, его набили до красна. Тем не менее, первый раунд падает за команду B-Pro. Да, так я скажу, это первое противостояние между двумя коллективами. Сейчас я буквально на секундочку проверю, насколько у меня отдается хорошо сигнал и звук Counter-Strike. Надеюсь, все хорошо. Если вдруг какие-то будут помехи или неполадности, или плохой звук, обязательно пишите в чате. Прочитаю, проверю, поэтому продолжаем смотреть противостояние двух команд. Как я и говорил, это идет игра в рамках группы С, и это чемпионат CSGO.net. Итак, сейчас Forcebuy уже падает до вкост, его забирают на банане, и идет перестрелка на зелени, забирает Poison. Тут два игрока встречаются сейчас еще и второго игрока, ну последний падает софтик. Намедлеет. Сейчас ничего не остается, как делать в полный фулл эко раунд, собирать денежки, как-то копить на того, чтобы можно было закупиться. И сыграть как-то более уверенно уже с калашами, попробовать выбить защиту. И брать как можно больше раундов. Пробежимся по составу у команды из Болгарии. Ох, как выпадают под хаешку. Все падают, все игроки атаки. Всего лишь один последний остается софтик. Жестко только что произошла стычка на медле. Необдуманно как-то поступили. Но, тем не менее, все игроки защиты выжили. И сейчас будет хорошая, стабильная уже экономика. Уже по 6, по 7 тысяч есть. А по составу B-Pro и Poison, Блокер, Зикс, Red Star и Ванька. Что касается Spirit. Да, в пост Дима, Софти, Колди и сам Бадди Йонг. То есть два игрока из Украины, 3 из России и против 5 болгаров. Забросали банан, мото, тут 2D, сейчас будет стычка Блокера. Вместе с Зиксом забирают одного на банане, но Дима был в дыму, внизу стоял, софтик также упал, ничего не заметил и не смог дать размен. Никого не смог, не получилось убить, разменять, но тем не менее уже в меньшинстве остается команда Spirit и будут пытаться как-то разруливать этот раунд. Идет небольшая стычка, собирают информацию. Тем временем Red Star уже на коврах находится и в дыму сидит, ждет своего оппонента. Поджимает, да, спалился, узнал о том, что есть Колди, дает гранату под ногу и убегает для того, чтобы засейвиться как-то, потому что тем не менее он сейчас здесь находится один, не торопясь играет на коврах. Ну, информация о нем есть, поэтому посмотрим, как он будет поступать.
Итак, бомба подходит под банан, и ничего со стороны защиты не меняется. Тут уже есть от блокера подсадочка, и Зикс, да, с двух подсадок сейчас будут принимать. Ну, Зиксу остается всего лишь ждать один килл и упасть за первый ящик, для того, чтобы вообще не смогли никак его убить. Это важная такая будет манипуляция с его стороны, посмотрим, как же он отыграет. Потихоньку подтягиваются, знают информацию о том, что может быть Б, так как здесь залетела флешка. Ну и сейчас мы увидим уже первое убийство от Зикса. Пошел дымочек на респу, флешка под лицо, знали об этой флешке, дает хедшот, еще убивает одного игрока. Сейчас посмотрим, как отыграет блокер, ничего не получается, бомба заходит, 3 в 3 ситуация, дым лежит. Поставлена бомба почти на последних секундах, 5 секунд было до конца раунда, посмотрим, как будет выбивать. Poison, Ванько, живые с редстарами, и сейчас террористы заняли всю по позиционке, всем по всем сторонам, на пленте. Молотов залетает просто под темную. Ну и посмотрим, как Somebody Young будет разрулить. Флешка не долетела немножко в голову, попадает одному, второму, делает софтик размены, 2 в 1. Ничего не остается поздно, как просто засейвить, несмотря на то, что один красный игрок, он проверяет темную. Времени остается очень мало, меньше 15 секунд, у него есть дефуз киты, и он сейчас против двух игроков одновременно выходит, софтик. Софтик вместе со своим тиммейтом Колди выходит одновременно с АВПшки и с калаша и завершает этот раунд. Ну, в меньшинстве получилось разыграть этот все-таки клатч, и это было очень даже и неплохо, я бы сказал, шикарно. С подсадки игрок, который был подсажен, да, то есть никого не удалось даже убить, попасть, ну, видимо, флешка, которая залетела через верх. Может, даже и флешка своего тиммейта, которая, кстати, видимо, она его и офлешила. Опять была какая-то легкая дискоммуникация, но, тем не менее, сейчас есть полная закупка от террористов, контртеррористов, прошу прощения. И уже первый килл отлетает на коврах, это был выпад от Довкоста. И как этот Red Star отыграл с кольтом, он был и не ожидал там увидеть АВПшника. Сейчас будет небольшая стычка на банане, увидел Зикс, отходите, ребятки, отходите, нет смысла сейчас воевать никакого. Вы мало то, что вы в меньшинстве, да, и, конечно же, сейчас прибережете и гранаты, и время для своей команды. Ну, есть смысл, конечно, сейчас как-то рискнуть со стороны защиты, может быть, даже и выпасть, и где-нибудь дать какой-нибудь минус. Ну, а в то время атака просто не торопится, и потихоньку разыгрывает в большинстве раундов, захватывает большую часть карты. В этот раз блокер решил сыграть на другой позиции. Ну, посмотрим, получится ли у него сейчас что-то сделать, так как есть АВП нас... у атаки, это у Довкоста, и он может сейчас выйти и просто щелкнуть его. Нет, в то время атака просто подходит под А, и вот дымочек залетает на зелень, и сейчас потихоньку идет какой-то фейт-выпад, все равно бомба лежит на банане, 40 секунд до конца раунда. Демеджи, ХП у всех достаточно, ну всего лишь у Зикса, да, половина. Ну посмотрим, как разыграет этот раунд, все равно бомба до сих пор на банане, 30 секунд, и большая вероятность, что это будет все-таки на Б. Есть смысл, конечно, рисковать сейчас защите и просто убегать под Б и пытаться принять эту точку, но в то время идет разброска на Б, и ну какой-то такой дабл фейк я вижу, наблюдаю флешку. Попал, да, попал флешку, увидел одного своего противника, убивает. И тут в это время пошел выпад на точку А, падает Ванька. Еще остается один Poison, делает первый килл. Должен забирать второго. Нет, дым падает, перекрывает полностью ему какие-то действия. Ничего сейчас не сможет предпринять Poison. Интересный, я бы его так назвал, товарищ с интересным ником. Poison. Одна из любимых песен. Продижи есть у многих под названием Poison. Итак, все-таки будут пытаться сейчас выбить. Вот, пожалуйста, с допов уже Колди убивает АВПшника. Ну и убегает, просто убегает красным. Забирает все-таки Зикс его. Этого наглого Колди, который не дал ему зайти. Сейчас еще и погибает блокер на длине. Ну, ничего не остается, как просто засейвить. Засейвить свою АВП Зиксу. Это будет хорошим, правильным решением. Ну, молодцы, второй раунд залетает за Спирит, но тем не менее, хочу сказать, что, прошу прощения, наверное, сейчас я ошибся, да, я забыл поставить бет-ставки сверху коэффициента, который вы видите, это немножко по-другому нужно поставить, но, конечно же, нас команду Team Spirit значительно больше коэффициент, так как они являются номер 27 по списку в рейтинге такого сайта, как HLTV.org. Вот. А B-Pro в то время 93-я сейчас позиция в мировом рейтинге занимает, поэтому и коэффициенты сейчас достаточно
сильные мы замечаем больше. И вот, пожалуйста, рейф от Зигса. Зачем ты сам полетел? Тебе никак не смог даже тиммейт помочь. Тем более у тебя девайс не позволял это делать. Но риск был неоправдан. Совершенно неоправдан. Ну, посмотрим, как будут сейчас разруливать этот раунд защиты. Ну, сейчас, как я и говорил, ничего не придется, как просто рисковать как-то. Вот, АВПС сейчас должно отыграть. Да, Poison все-таки делает килл. Уже первый килл на банане. И 4 в 4 будет ситуация. Но это, конечно, уже значительно лучше. Хоть кто-то сейчас уже хоть как-то выравнивает, помогает в этой положении со стороны атаки. Точнее, защиту. Защиты видно, хромают точки. Уже второй раунд подряд забирает. Атака падает просто, ну, Ванька, из-за просто кривого дыма. Ну, как можно было дать вот такой дым, товарищи, ребятки? Ну, это же промазал дым, АВП вышло и воспользовался данной ошибкой. Хочу подметить, что, да, кстати, Ваньки и Red Star, видимо, и не знали о том, что упал кривой дым. Ну, как говорится, профессионализм нарабатывается годами, и мы замечаем, что есть команда находится в 93-й позиции мирового рейтинга. Это, кстати, неплохая позиция, но тем не менее. Вот, пожалуйста, еще и перестрелка Red Star с двумя оппонентами. И погибает он просто от рук Софтика. И один блокер сейчас будет принимать трех игроков. Одного все лишь получается забрать. И все, опять Азиксу остается засейвить свое корону. Я прошу прощения, это Poison уже сейвит. В предыдущем Зикс, сейчас Poison. Ну, промазал дым, промазал, не похелпанул никак на медле, пошел сам стреляться, принимать точку. Ну, как-то нужно играть больше вместе. Ничего сейчас у защиты не получается, потому что играют по одному. Вот, атака просто не торопится, собирает информацию по своим противникам. И вот сейчас Poison пытается сохранить свое АВП. Денег совершенно нету сейчас у защиты. И как-то будут. Это в лучшем, это лучшее, что сейчас можно сделать, это сохранить это АВП. И замечаем, да, вот такие ошибки от команды защиты. Поэтому и есть результат. Есть результат поражений. То есть промазали дым. Вышел сам на троих. В таких ситуациях, когда вас трое, там, четверо, нет, ну, трое, можно спокойно рисковать и там закрываться, допустим, троем на А или троем на Б, и просто пытаться угадать, куда же пойдет противник. И если вы угадаете, то раунд может даже побежит с вами. Нет, можно сохранить и переиграть эти оружия на следующем раунде. Итак, Poison проверяет яму, услышал выстрел АВПшника, и сейчас будет поджимать вторую допы, да, дополнительный мидл. Но никого там не заметил. Вот, пожалуйста, уже Red Star почему-то решил сыграть более агрессивно на коврах. Еще и Ванька тоже почему-то решил посмотреть, что же там происходит. Как дела на коврах. Ничего не получается, еще и блокер отлетает. Ну, команда сыпется раньше раунда. Хочу обратить ваше внимание, минута 20, начало раунда практически. И уже нету трех игроков. Это с учетом того, что у них есть АВП, и оно может как-то отыграть, попытаться сделать хоть какой-то килл, минус, но тем не менее ничего не получается. Атака сейчас просто заходит на Б, ну, проверяется каждую точечку. Ну, ничего такого мы сверх не видим, сейчас просто дадут дым и вчетвером зайдут. Один люркер останется, я, кстати, чувствую от него и посыпятся эти два фрага, которые будут сейвить. Вот, пожалуйста, еще и флешка. Зачем было кидать сейчас эту флешку? Ну же, понятное дело, сейвить, ребятки, надо. Эта флешка ничего не поможет. Вот, Зикс еще и забирает сам Вади Йонга. Это хорошо. Хоть какой-то девайсик засейвит на следующий раунд, так как денежек не у всех будет, у блокера будет вон 3400 даже должно быть, да, плюс-минус. Был релот экономики, хочу подать после трех взятых раундов, было поражение и понеслась, посыпалась, как говорится. Замечаем, да, двух тренеров на сервере, это Дров и Цертус. Вот, и хочу подметить вообще, да, Цертус это один из таких сейчас опытных тренеров, которые есть на просцене. Они плотно общаются, вот как я смотрел интервью с Вади Йонга, он говорил о том, что одно из ключевых решений пойти играть в эту команду, это было хорошее взаимодействие с тренером. Итак, пытаются засейвить Зикс с
поизоном, но должно получиться, да. Получается хоть как-то сохранить это АВП. Ну, видим, видим, да, значительную такую сейчас перевес. 4 подряд раунда взяты спиритом. Ну, то есть, разница в лестнице рейтинга мира сейчас, ну, наблюдается. Пока ничего не происходит поразительного или сверхъестественного, но, тем не менее. Нужно что-то менять в стороне защиты, ну, а в то время молотов получает Дима под бананчик, да, и еще и дымочек. Дым и молота, выбирай, где будешь стоять. Дима решил взять дымочек, чтобы его ни капельки никак не... Позен контролит второй мидл, но сейчас ничего, никто нигде не выходит. И вот, пожалуйста, сейчас будет разброска на А и выход. Они знают о том, что у защиты сейчас есть гранаты, но их немного. Вот, пожалуйста, пошел под флешку, выпад. И сейчас Ванька должен был принимать своих оппонентов, но ему никто не помогает. Рестар отбрасывает молотов, и сейчас в 2D вместе со своим тиммейтом должны были принимать, но никто не получается. Рестар также не делает ни одного килла. Очень сильно проседают по урону. Зиг сделает килл. У атаки два красных тиммейта. Колди один делает всего лишь убийство сейчас на коврах. И под блокер остается в живых, ну, наверное, опять очередной сейв. Наблюдаем от защиты, ну, не получается пока ничего делать. Самая большая проблема пока у защиты — это то, что они играют просто по одному. То есть один принимал короткую, один принимал с ковров пошел. Ну, то есть все по одному сыграли, все по одному отдались. В то время как Спирит просто выпали и разбомбили. Разбомбили толпой без всяких гранат и выдумывания. То есть, ну, дали одну флешку буквально, вышли и разбомбили. Итак, пауза. Паузу берут сейчас Бипро. Ну, в принципе, правильно. Хорошая идея сейчас взять паузу, потому что, ну, не получается пока ничего со стороны защиты. То есть уже отыграли 3 девайсных раунда, и 2 эко-раунда, и, ну, то есть даже больше, по-моему. То есть у них было 2, да, и 2 эко-раунда, и, ну, ничего не получается сейчас делать в принципе. И нужно поменять как-то модель или играть вместе, то есть или 2 на ковры как-то ходить. То есть у них получается тогда делать киллы, какие-то убийства, когда они ходят вдвоем куда-то или втроем, когда они держат хоть как-то вместе. У них что-то получается. Так в итоге, грубо говоря, атака заходит на каждую из позиций толпой, и там встречает их, ну, максимум один человек. Ну, этот человек, если делает убийство, ну, это даже и хорошо. Это хорошо. Ну, поехали. Может, сейчас что-то изменится. Как говорят многие аналитики, что после паузы очень важно посмотреть, что же произойдет с командой. Это сейчас как раз есть результат тренера. То есть, если команда ничего не изменила, ничего не поменяла и также продолжает сыпаться, играть и те же ошибки, то значит пауза и тренер как бы ничего не сделал, никаких выводов, никак не помог, и команда в принципе ничего не предприняла против таких моментов. А в то время Спирит просто контролит все точки, понимает о том, что может быть сейчас какие-то поджимы после паузы и так далее. То есть будет сейчас как-то проверять в каждый угол, в каждую точку, каждый прошивчик. И каждый нюанс. Хочу напомнить, что чемпионат проходит в рамках чемпионата CSGO.net. И за первое место команда получит $4000. Общий призовой фонд составляет 10 тысяч. Итак, 54 минуты до конца раунда. Защита полностью закрылась сейчас на пленте. И будет принимать уже хоть каким-то образом, да, то есть вместе. Вот уже как-то расселись. Главное, чтобы помогали флешками друг другу, у которых практически нет. Вот, бомбочка уже подходит под Б. И тут сейчас будет какая-то разброска. Ну, террористы понимают, что нет совершенно гранат у защиты. И Бипро сейчас разбросали, откидали уже все гранаты. Всего лишь у Redstar и блокера есть. Вот, благо, да, у блокера есть дымочек, который сейчас перекроет план Б на 18 секунд, как раз под конец раунда. И тут пойдет сейчас выпад. Зачем Зикс вышел?
Ой, какая флешка залетает в лицо. Блокер получается сделать килл. Его так окружает с двух сторон. Дима поджимает, получает в голову. Блокер должен спасать этот раунд. Каким-то образом, да, получает еще и сам Бадьон голову от блокера. Блокер остается один сейчас на Б против Давкоста, который делает с АВП важнейший фраг. И сейчас 2 в 2 Колди будут разыгрывать вместе со своим другом Давкостом. Вот, пожалуйста, еще и Ванько сыграл неаккуратно и погиб на банане. Ну, сейчас Red Star должен забирать раунд. Не проверил угол Колди, за которым стоял. И получил в голову от него. 6-3 уже. Читаю комментарии, поэтому я прошу прощения. Видимо, компьютер не справляется, не сильно у меня компьютер, поэтому будет немножечко подлагивать. Прошу прощения, я пытался максимально настроить, но лучше пока не удалось. Поэтому продолжим противостояние. Тут идет форс-бай, да, то есть у некоторых пошло полное разногласие. Деньги у кого-то есть, у кого-то нет, но в то время уже блокер сделал выпад на банан и забрал софтика. Ну, и, кстати, хочу подметить, не сильно просел, всего лишь софтик одну пульку. Он попал в тело, минус 26 хп. И аккуратненько, вот, пожалуйста, кстати, уже что-то мы наблюдаем интересное, правильное. Вот, как я и говорю, когда играют они вместе, в 2-3 человека, у них уже что-то как-то получается. Сейчас же, вот, нужно менять позиции. Можно было на шифте отойти на плент. Сейчас Дафкост должен был делать килл, но не попадает. И сейчас будут его сжать вместе в команде. Ну, как он убегает, красиво. Бомба лежит, кстати, в яме. Уже поджали контртеристы все позиции, всем по сторонам. Red Star сейчас будет пытаться как-то вычислять Давкоста, но в то время Давкост пытается через дропдаун бить дуло поезда и забирают вообще без шансов этот раунд. Бипро, нашли ключик, молодцы. Получается. Я не то что болею на самом-то деле за Бипро, просто мне всегда привлекает, когда команда слабая пытается показать какие-то зубы. Ну, то есть не слабая, а когда заметно, да, что команда слабее играет, чуть-чуть хуже, где-то что-то проседает. Ну, за такую команду хочется болеть, и да, даже интереснее надо наблюдать за такой командой. Посмотрим, как будет дальше разыгрывать. То, что я и говорил, когда играют в большинстве, когда играют что-то обдуманно вместе, у них, видите, получается. Причем даже без размена противостояния Зигс вместе с блокером поджимают бананы и разменялись на 1 на 1. И теперь уже 4 в 4 будут разыгрывать. Уже хлопает Poison на бананчик. Будет сейчас с АВП как-то помогать блокеру. Ну, было бы правильно сейчас как-то подсадиться и разыграть вместе, да? То есть лучше все оставить АВПшника сейчас подсаженным сверху, уйти просто на А. Минута, да, чуть больше, да? Чем минута до конца раунда, и гранат полно, можно разыгрывать. Хочу подметить, денег сейчас-то у террориста совершенно нету. Релоуд экономики будет, уже произошел, поэтому будет или эко в следующем, или форсбай. Итак, заходит на банан, делает килл, поизон, дает флешку, отходит на Б, ему уже хлопает блокер со всей, просто на мотоцикле летит к нему на Б. А террористы тем временем просто получают в лицо флешку, но тем не менее не перестают останавливать свою атаку и будут сейчас убивать, пытаться вычислять поизона. Не удается, поизон еще делает килл. И третья фотография, Колди остается четвертая, 4 фотографии распечатанных поедут прям полностью на email команде Spirit. Так и напишем poison@spirit.com. Туда отправим все эти фотографии красивых. 4 получилось, да, или у него эйс удался. Кстати, мы с другом поспорили, что в этом матче будет эйс. Я сказал, что будет, мой друг сказал нет. Правда, незначительная ставочка была на слабоалкогольный напиток, но тем не менее, чисто для любопытности было бы интересно увидеть, да, увидеть эйс. Да, эйса не было, это же первый килл мы заметили, выпад на банане был, размен, поэтому 4 килла. Квадрокилл оформляет, но в тем не менее уже интересно было достаточно. И теперь вот, пожалуйста, сейчас будет опять разбросочка, как я говорил, форсбай выпадает просто на длину. Посмотрим, как будет делать первую опять фотографию Poison. Вторую, дабл пропадает, вторую набивает, третьего забрал, это очень хороший показатель. Главное сейчас не отдать АВП и ожидать о том, что могут поджимать сейчас в сторону защиты, контр... Сити респа, давайте так, назовем эту точку. Ну и Зигс ставит вместе с блокером точку в этом раунде, уже уравнивается счет, как говорят великие комментаторы, временная ничья у команд. 6-6.
Да, всем нравится сейчас игра Poison, он реально собрался, можно смотреть и наблюдать такие экшены, и правда интересно. Минус 4 в одном раунде, сейчас трипл килл, и вот, пожалуйста, сейчас уже решил не растеряться и поджать мидл, просто постреляться так же, у него же получается, ну чуть не попал, Ванька как его вручает, просто как вовремя, и тут в это время еще и сплит банан, идет, просто топит в дым, сильно, сильно попадает, все-таки пробивает, как софтик дает размен, в голову попал, просто сквозь дым, true smoke, этот фраг, круто, дым с дымом закрывает, еще зикс ему уже прибегает на помощь, поизн, почти, ну почти прибегает, ну далеко, все-таки пробивает, пробивает через дым, 2, 3, 4, будут разыгрывать ситуацию, по дэмэджу пока все, ну как, по урону, да, по урону сейчас у всех много, можно пытаться как-то разыграть, все равно, как ни крути, защите всегда нужно оставаться в большинстве, потому что размен, две точки на карте, и, конечно же, при даже три, в большинстве террористы могут взять раунд, потому что могут пойти в любой момент в другую точку. В этот момент Зикс поджимает банан и делает один килл. Можно было уйти, но сам Дади, сам Бади Йонг делает размен. 3 в 2. Колди сейчас будет вычислять, ну, не знает о том, что есть Ванька в больших, пока нет никакой информации. Закрылись Ванька вместе с Ред Старом, ну, будут принимать эту точку. Ну, и, конечно же, Poison смотрит просто бананчик. Ну, отпустили зелень, могут пройти просто на респ и похоронить всех террориста. Но, тем не менее, контртеррористы понимают, что времени недостаточно для того, чтобы пройти по зелень. 23 секунды до конца раунда. И сейчас Ванька будет уже видеть своего первого оппонента. Залетает флешка прямо ему в лицо. И забегает сам Бади Йонг, убивает Ред Стар на пленте. И вот так вот, круто. Просто разруливается раунд. Вот эта флешечка, да, порешала. В каждом раунде, что самое интересное, мы можем замечать вот такие, то есть, то ли ошибки, то ли фишки. Вот в этом раунде была такая фишечная флешка. Ну, везучая, я бы сказал, не фишечная, а везучая. Повезло. Просто. Молотов залетает сам Бадинга под ноги, Poison делает килл на пленте, и сейчас один в один Колди, сейчас больше чем уверен, он сейчас зайдет и просто выйдет до дефуза бомбы, а ну, в то время Poison просто сейчас зумом должен прочекать, нет, не прочекал, не знал о том, где может находиться, и Колди забирает раунд, 7-6, счет, ну, хорошее противостояние, атака доминирует, пока доминирует, денежек у контртеррористов хватит на последнюю закупочку. В дальнейшем будет, ну, всего лишь у Ваньки есть, да, какие-то денежки, он сможет закупиться. Ванька, ну, почему я, кстати, так его называю? У него реально его имя Иван. Ванька, Иван, ну, то есть понятно, почему, в принципе, он взял такой ник. Молотов залетает уже здесь, они решили чуть-чуть уже более агрессивно. То есть получается играть, когда они чуть-чуть поджимают террористов. Это очень круто и, в принципе, правильно. Ванька вместе с Ред Старом сейчас, да, стоят, контролят точку А, играют в паре. Ну и им Poison помогает, вот, пожалуй, под флешку. Проверил ковры, ну зачем было стреляться? Флешка же не ослепила ни капельки Колди. И уже в меньшинстве остается коллектив из Болгарии. Посмотрим, как разыграют сейчас атака. Ну, опять же таки, мы уже наблюдали по статистике, когда первые погибают Бипро, то этот раунд не достается ни капельки. Ни капельки им вообще. Посмотрим, как будут принимать. Я думаю, это будет дабл фейк для того, чтобы контртеристов оставить на позициях. Двоих под Б. Вот, пожалуйста, Poison опять уравнивает. Опять уравнивает. Хочу подметить, шикарная игра. 21-6 уже идет. Уравнивает 4 в 4, ну и два игрока будут принимать Б, дымочек падает под респ, и пока тишина, нет никакой информации. Также Зикс перекрыл всех оппонентов под Б, спалился, упал, слышали его, то, что он за первым ящиком. Как же будет, то есть нужно уже как-то стягиваться Ваньке, отбрасывать дымочки, помогать, как-то принимать позиции. Посмотрим, как Зикс будет первого убивать, но остается красным. Еще также оставляет Диму красным... Посмотришь, как же он будет принимать. Дима попадает, все-таки первый фраг, падает бомба. И не успевает развернуться. Блокер его разменивает. Один дефпост пытался ворваться в респу, сделать как можно больше убийств. Но времени совершенно не хватало. Поэтому раунд 7-7. Опять же таки, время на ничья. Уже команда собралась и уже пытается делать отпор. А в то время, как у террориста денежек-то совершенно нету. Но будут закупаться на последнее. И посмотрим, что тут. UMP, Дигл, КЗ, еще один Дигл, да? Пистолеты. И один дымок. Два дыма. Прошу прощения. Два дыма. Опа. И вот, пожалуйста, еще одно открытие от Poison. Прям Poison становится любимчиком.
любимчиком этой карты многих зрителей, потому что получается делать мувики, экшены. Poison.avi будет называться этот файл, если же снимут видео с этими моментами. Посмотрим, как будет в меньшинстве, с учетом того, что совершенно нет гранат, минута 20 до конца раунда. Контртеррористы совершенно не торопятся и будут смотреть просто поджимы со всех сторон. Рестар вообще спрятался и говорит: ребят, заходите, я буду вас убивать в ухо тогда, когда вы будете перестреливаться с Ванькой. Ну, а тут просто топчется, топчется. Да, один дым есть, и все, больше же ничего нет у террористов. Да, два дыма, один дым полетит, перекроет перемычку между зеленью и плентом. Да, все верно, перекрывает, и пошел выход. Пошел выход на плент. Посмотрим, как будет в этот раз Ванька принимать точку. Получается забрать первого. Red Star также еще забирает Колди и Somebody Younga. И последний Дима. Последний Дима падает на шерте. Ну, в большинстве подсобрались, да? Несмотря на то, что после паузы у них не удалось взять парочку раундов, но потом они поменяли, расслабились. Ну, это заметно было по игре. Ну, совершенно, совершенно заметно, что команда раскрепостилась. То есть вот после первых трех проигранных раундов они играли как-то зажато, слишком, ну, тут то ли не опыт, то ли дискоммуникация, друг друга не понимают, не слышат. Была заметна зажатость, но потом командочка из Болгарии подсобралась и сейчас дает отпор. 8-7, то есть уже, да, стычка, несмотря на то, что большой коэффициент. Прошу прощения, сейчас мне необходимо поменять коэффициенты. Может зависнуть на небольшой период времени игра, поэтому посмотрим. Я поменял коэффициенты, которые, кстати, на Team Spirit значительно выше. И посмотрим, как же сейчас будет пистолетка, которая очень важна для Spirit. Дима уже забирает на банане, и все равно атака не останавливается и будет продолжает занимать банан. Бомбочка стоит там. Сейчас совершенно нет никакой информации, где же могут быть сейчас атаки, кроме банана. Ну, такой декойщик упал, вот дым упал еще и под Б, забегают на респу, забирают, Софтик забирает еще одного Ванька, разменивает Колди, забирай последнюю Ваньку, и будет уже вы в большинстве можете брать раунд. Да, один последний живой остается Poison и погибает от рук Димы. Димы, два Димы, кстати, находятся в команде Spirit. Софтик это Дима, и Дима это Дима. Так что... Если Дима, значит это Дима. По именам, конечно, называть трудно, потому что Дима это Дима, Софтик это тоже Дима. Интересный такой монолог, но тем не менее. Ну, Force Buy сейчас у Бипро, а счет 8-8. Неплохо, кстати, даже хорошо. Мне очень понравилось, как сыграли Team Spirit. Ну, опять же таки, немножко промазали дым со стороны плинта и забегающие на респу было видно. Забирают уже на длине. И сейчас должен быть заход на А, да, и Somebody Young делает килл, Софтик ему помогает, Софтика забирает, Somebody Young один дыму, его тоже забирают террористы, один Дима должен сейчас давать хоть один килл, чтобы остается 2 в 2, набивает немножко одного тиммейта, забирает от второго, остается Растар и Зиг, все ли в живых, Дима ждет, должен дождаться своего тиммейта, не иди в соло, ну стрельба позволяет, потому что у него есть пистолет у противника, и 6 патронов остается. Пойдет на перезарядку или не пойдет? Времени очень много. Достаточно еще хэдшот получается. В голову достает пистолет и не получается. Красный остается Колди. И идет сейвить. Вот так поворот. Поворот просто дикий. Дичайший поворот в этом противостоянии. Несмотря на то, что, да, коэффициенты просто сильнейшие. Team Spirit находится и выше в рейтинге. И заметно. У них, кстати, буквально недавно они выиграли чемпионат под названием Киберспорт Фестиваль Defender. Они в финале состязались с украинской командой Просто и выиграли со счетом 3-1 по картам. Это, кстати, у них вот по статистике первая, да, такая лан-победа с обновленным составом после того, как взяли к себе Somebody Younga, украинского молодого киберспортсмена. Посмотрим, что же будет сейчас предпринимать. Да, все-таки закупились, у Колди есть оружие, которое вот посмотрим, кстати, как же сейчас используют Team Spirit оружие в своей команде. Ну, вот уже в большинстве они стоят просто на Б, ну, а террористы не торопятся, просто проверяют все точки, полторы минуты до конца раунда, и, в принципе, есть возможность, почему бы и нет.
Почему бы не торопиться? Это правильно. Лучше выманить сейчас все гранаты у защиты, так как там осталось, он, кстати, 4 дыма, да 2 флешки на всю команду. А там еще минуты до конца раунда. Главное вовремя зайти. Но дым за счет того, что много дымов, они могут это Б отрезать вот так вот дымами по 18 секунд 3 раза. Но зачастую в классике сейчас залетит флешка. Нет, не залетает флешка, просто вы решили выпасть в дым. И давко сделал 2 килла уже, колду также попадает и уходит сейвить в руины. 3 в 2 сейчас ситуация, как же будет разыгрывать сейчас этот клатч колди и со своей командочкой. За тремя находится рестар и на кафеле блокер. Блокер понимает, что может быть банана, и не торопится, ждут, пока рассеется дым, так как в любом случае им нужен человек, который будет входить с подарочки, да, то есть со стороны респа еще дымочком отрезают. Они ждали этот дым очень долго. Вот вышел уже, кстати, колди с гранатой в руке, увидел его, но все равно не получилось. Рестар забирает 2 игрока, и последний колди остается красным с кольтом, кстати. У меня нету флешки. Ох, мы еще слышим игроков, нет, говорит, флешки, и забирает еще и колди. Ну что, пацаны? Релот, перезагрузка, рестарт. По статистике, за последних 5 матчей у Team Spirit нету всего лишь одно поражение, и то было буквально чуть-чуть больше 2 недель, а у Bipro нету по статистике вообще ни одного поражения за последних 5 стыковочных матчей. Тоже, кстати, вместе они, кстати, нигде никогда не играли, поэтому посмотрим, как отыграют же. Ну, на официальных матчах. Конечно, на праках у них были какие-то стычки и встречи, большая вероятность. Но, тем не менее, это онлайн-чемпионат. Посмотрим, как они отыграют. Вот сейчас просто Зикс разбрасывают молотов, зачистили бананчик и потихоньку проверяют, как же тут на Б дела обстоят. Ну, сам решил проверить все точки, зашел, понял, что здесь никого нет, и говорит: пацаны, забирайте бомбу и с ножом просто врывайтесь. А Ванька-то с один с бомбой здесь, сейчас его могут просто толпой отрезать. Ну, ничего не получается, никто об этом не знает. Ну и поздно сейчас перестрелка, ну это я называю это тир. Просто идет легкий такой тир, сейчас он еще и Зикс перестреливает. Ну, можно перезаряжать маг 10 и врываться под флешечку на последних 2, да, нафармить, как говорится, насобирать по 600 долларов с каждого. Понеслась. Эц, первый пошел. Второго ищем. Ищем второго найти. Ну, немножко попадают. Ну, наглее в таких ситуациях. Вань, ну вот, пожалуйста. Ну как это? Еще и наглость-то не повезло чуть-чуть. Ну, блин, плохо. Ну, мог бы забрать, кстати. Неплохо сыграли. Но в таких случаях я вообще предлагаю всем командам, если вы, да, не угадали с позиции сейва, и не угадали, куда же они наконец пошли, постарайтесь просто угадать, куда они пойдут сейвить. Просто выбить максимально больше оружия и сохранить на следующий раунд. Это одно из самых эффективных решений, которое нужно делать командам тир 2, тир 3. Итак, посмотрим, как же будет сейчас разыгрываться первый оружейный раунд. Нагло, быстро занимает Bipro ковры, проверяет под флешку в 2D. Оп, выпад, никого нету. Никого нет, сказали информацию своим тиммейтам. Болгары будут продолжать свою атаку. Хочу подъем. Минута 25, а уже полкарты занято. Банан полностью перекрыт террористами. То есть большинство карты уже занято. То есть осталось-то вот да ничего. А минута 25. Еще очень-очень много времени для того, чтобы как-то выманить сейчас все гранаты у контртеррористов. Ну, как я и говорил, хочу, смотрите, у контртеррористов граната вон. Все да ничего. 2 дымочка, 2 флешки. Все. Ну, осталось правильно сейчас разыграть. Если, конечно, кто-то плохую, как это говорят, сдал хорошую игру. Вот если сейчас кто-то не сдаст хорошую игру, раунд отпадет у защиты. Ну, посмотрим, как будет защищаться. Осталась одна флешка, и вот она сейчас должна как-то быть использована. Подходят под Б, понимая о том, что защита сейчас находится не в лучшей своей девайсной форме. И вот пошел заход, колди убивает одного, флешка падает прямо под лицо всей стороны атаки. Дима делает 2 килла, последних 2 игрока заходят на точку Б. Еще забирает Дима, ну что это за мувики, демки. Вот и еще и Давко забирает последнего Пойзена. Не ожидали, что ли, флешку от Димы? Ну, это было жестко. Это было жестко. Что самое интересное, там на заходе слышно, как эта флешка ударяется. Может, переволновались, может, Но
Отлично, отлично. Выравнивают сейчас уже как-то себе подравнивают, улучшают, я бы сказал, экономику. Команда из России. Команда из России, но с двумя украинскими игроками. Давайте так. Вот теперь уже как-то можно, есть гранаты, можно как-то играть более наглее на банане. Вот две хаешки залетают под дерево, и Зикс сейчас просто собирает информацию и контролит. Контролит поджим. Посмотрим, что же сейчас будет происходить, так как уже гранат значительно больше у защиты, а у террористов уже по экономике денежек-то ничего нету. Осталось-то личные копейки. Чуть-чуть осталось. Очень мало, и на следующий раунд придется делать эко. Давкос уже приобрел большой и дикий фотоаппарат, который будет делать чудеса, встречая своих оппонентов на медле. Но минута времени и ничего не происходит. Бомба в яме. Кто-то пойдет за бомбой? Блокер. Кто пойдет за бомбой? Ребят, вы сейчас потеряете около 20 секунд за походом за бомбой. О, да, все-таки рестар пошел за бомбой. Еще и на шифте долго-долго стягиваются. А тут у нас ожидает такое дабл-подсадка. Ну, кстати... Интересно, замануха стоять в два уровня. Сейчас Дима 100% будет выпадать под падающий дым и уходить на респук. А тут Колди, ну, кстати, повернуться. Должны повернуться и прочекать эту точку сразу же, повернувшись. Пошла разбросочка. Посмотрим, как же... Ой, Молотов упал прямо под ноги. Какой шикарный Молотов. Отогнал двух игроков защиты. И сейчас в дым забирает Колди первого игрока. Не получается забрать второго. Тут также лишь дым по 90. Второго дым забирают. Ну, вот как фартит, да? Ну, то есть... Ой, еще подсадочка. Подсадочка. Не удалось Колди ничего сделать. 3 в 4. Дождаться дымочек. Рассеял, рассеялся дымочек. Сейчас Давкос будет вычислять с АВП. Да, все-таки нашел, нашел. Игрока 2 в 4 дождаться, ребят. Пошла флеш. Ну, давай, давай, закидывай флешку. И тут уже 9 игроков просто фастом выбегают. Ну, Зикс, Зикс, Зикс. Просто тра-та-та-та-та. Один в один вместо Софтика. Софтик без АВП с кольтом убегает. Нет, не догоняется. Интересно, дефузит? Да, полностью в тупую дефузит. Одна секунда. Успевает, успевает, успевает. Должен успеть, по идее. Жестко, жестко, нет. А, нет, я все-таки успел. Успел. Жестко, я думал, это, честно говоря, дефузит просто в тупую, без какого-то фейка, без обмана, но он вовремя успел отпустить дефуз, потому что слышал, как его оппонент бежит просто на ноге, на кобыляке, слышит, тутук, 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 и он отпускает, убивает, и на последней секунде успевает раздефузить. Кстати, такое себе, я бы не сказал, что террорист сыграл плохо. Он сыграл, понимая о том, что уже вот-вот раздефузит бомбу. Там или выходишь, или не выходишь, то есть, ну, он принял решение выйти. Там не было смысла вообще... Пытаться какие-то фейки за атаку, типа пострелять, мансануть, проверить как-то боком, плечиком. Правильно, просто пошел, сделал, ну не подфартило. Давко зарядил ему просто сразу в голову. Несмотря на то, что, кстати, был красным и набитым. Очень сильно, хп было мало. Прошу сдержанно следить за игрой, не матюкаться в чатах, как это сейчас происходит. А тут в это время пошел заход, Софтик вместе с Амбади Йонгом принимает точку А. Йонг уже получает в голову, еще и Давкос должен сейчас АВП промахивается. Его сделали, заходит, попадает все-таки Софтик еще в голову. Как он в спину? Вместе Софтик с Давкос там принимает всю точку, несмотря на то, что первый выстрел с АВП был промах, а Софтик еще и развернулся в спину, его просто не могли убить. Временно ничья, а у команды террористов в этот момент... Должен быть или форсбай. Что они принимают решение? Да, что-то я думаю, форсетский я бы назвал. Форсбай — это когда закупаются до полного нуля. Что есть, то и берем. А это так, знаешь, форсетский. Знаешь. Берем столько, сколько, чтобы нам хватило на следующий раунд. Говорят обычно. Наши игроки старой школы, старой закалки 1.6. Я один из тех, древних игрочков, которые... Который играл в эту игру на профессиональном уровне и тренировался. А тут идет фаст-атака. Дима сейчас дымочек принимает атаку. Тра-та-та. Должен всего лишь одного забирает. И тут один живой остается. Сейчас Холди, который забирает всего лишь двух игроков. 3 в 2 уже ситуация. Бомба устанавливается. Редстарт дропает девайс своему тиммейту. И, наверное, пытался успеть сейчас забрать кольт. Но ему не дадут. У них есть два армора, и сейчас должна быть как-то, да, вычисляет его, ну, должен попадать, да, Софтик все-таки забирает еще и последнего игрока, забирает сам Бади Йонг, и двоих живых оставляет атака, ну, конечно, плохо, жутко по экономике, несмотря на то, ударили сейчас террористы, несмотря на то, что закупка была такая шатающая, но бомбанули минус 3 вепона, это, грубо говоря, весь раунд пошел к нулю. Ну, любой взятый раунд, это 3300, да, умножаем на 5.
И у нас получается, грубо говоря, 16500. Да, 16500. То есть, три игрока это те самые 16500. То есть, грубо говоря, целый раунд по денежном эквиваленте уже улетел просто впустую. Дым вместе молотом, хаешка залетает, и там уже Дима просто пушит в дым, убивает Бойзена. Бойзен с АВП летел просто на сближение, зачем? Флешка еще залетает в голову, Дима просто собирает фраги один за одним. Два живых уже остаются атаки, знает о том, что здесь поджал Дима. Дима обновляет себе дымочек, у него опять сливается, тут просто демки-мувики. Последнего забирает все-таки кол в дымочек. Ну что, ребят, ну что вы творите? Лежит же дым, лежит же флешки. Вы просто вылетаете. Зачем? Ну забрали уже после вашего игрока. Ну окей, вы четвером, но разыграйте раунд. Зачем в дым без флешки просто вываливаться на раскрученный барабан Димы? Дима просто там, блин, Анка не успевала поддавать те патроны, как он просто выстреливал один за одним эти рожки патронов с этого М4А1. Ну, поторопились, видимо. Хотят уже более играть спокойно, но команда из России не позволяет такие вещи делать. Ну, Дима уже еще одно забирает просто в дым. Ну, ребят, вам уроки, видимо, никакие не проходят, да, с предыдущих раундов. Ох, получает от блокера Самбодион. Кстати, АВП промахнулась, поэтому... И исход раунда, как говорится, аналогичный. 4 в 4 уже будут разыгрывать. Там идет перестрелка на зелени. Получает от Софтика 2-2 головы просто. Болгары и Давкост. Одного всего лишь. Два, сейчас должен второго забрать, да, за счет перезарядки, которая была у Ваньки. Ну, Ванька, 12 пуль. Растерялся, разнервничался и выстрелил просто... Так. Фальшиво я бы назвал. 14. Сейчас, наверное, все, кто ставили... Денюжки на эту игру думают, ох, хорошо, что залетает ставочка. Я уже думал, что здесь попахивает чем-то страшным. Да ничем страшным не попахивает. Это было, это крутое противостояние. Наблюдаем опять, сейчас играет агрессивно на банане. Болгары пытаются как-то сейчас не дать занять эту точку. Но, тем не менее, Колди просто пробивает с АВП и ничего, уже 6 патронов. Ему бы не АВП, ему бы автомат сюда, да, с мощностью АВП. И Давкост тоже. Дабл АВП мы наблюдаем со стороны защиты. Ну, а террористы, кстати, посмотрим, как у... Да, 50 хп всего лишь, Poison просел. За счет расширения не могу увидеть, да, сколько у него хп. Захалдились, тишина. Тишина на карте. Ну, в принципе, правильно. Защита отошла на точку. Выиграли тем времени очень много. И сейчас просто отыгрывают под флешки. Гранат достаточно для того, чтобы принять. Вот сейчас правильное решение. То есть, получалось заходить на Б на Force Buy. Ну, получалось. Будем честны. Бомбу ставили и почти там разыгрывали очень четко. Почему бы сейчас не зайти, правильно? Правильно, подумал капитан. И вот, пожалуйста. Ну, плечика, не плечика, но решил тело показать. Ой, как АВПшник, что же он не... Поезд не выстрелил. Но уже забрали первого игрока. Дымочек. Ох, подсадочка пошла. Но это Дима прочитал. Забирают Диму. Флешка еще под прям в лицо. Софтик дает молотов. Получает также флеш в лицо. И один Колди вместе со своим товарищем должны сейчас принимать эту точку. Ну, тут уже развал идет от Софтика. Один последний. Живой Red Star. Посмотрим, как он будет выбивать эту точку. У него патроны заканчиваются. Он перестреливается. Его пушит со всех сторон. И он ничего не получается у него сделать. 15-11 счет и 4 матчпоинта залетает команде из России. Денег есть, деньги есть, у террористов можно сейчас и продолжать пытаться взять наконец-то это столкновение. Столкновение в рамках чемпионата CSGO.net. Это группа C, хочу напомнить, и первая игра этих двух команд в этой группе. Давкост уже делает первый килл. На допах, да, со стороны респауна. И, пожалуйста, блокер получает от АВПшника в тело и прям гранатку под ноги от Димы. Бомба лежит у респе, и они уже в меньшинстве. Ребят, ну, начало раунда, как и, в принципе, от чего начинали, тому и пришли. Начало раунда, буквально 1 минута 35 секунд, а вы уже... Ну, блин, ребята, ну уже... Ох, получает все-таки Red Star... В голову попадает, ну, 4 в 2. Знаете информацию, уже стянулась хелпа. Бомба лежит на респе. Давкост промахивается. Ну, все-таки забирает. Ну, один Ванька остается.
шансы, да, вот шансы. Иногда, когда сделаешь ставки, думаешь, вот хоть бы затащил сейчас, хоть бы затащил. Если затащит, будет шанс. Не затащит, не будет шанс. Ну, благо время есть, 50 секунд до конца раунда. Ну, а тут его будет встречать кто? Коги. С чем? С АВП. Делает первый выстрел. Еще 6 патронов, можно еще 6 раз стрелять, знают информацию, уже контроля со всех сторон. И Давкос ставит жирную точку в этом раунде и делает победу этой команде. Спасибо, спасибо всем большое за то, что смотрели, наблюдали этот матч. Есть вопросы, пишите, будем общаться в комментарии. Спасибо еще раз.